День рыбака – один из главных и любимых летних праздников Ямала. Уже вовсю идет и шагает по всем муниципиям, только в разные дни. Например, в Тазовском районе уже отметили. Теперь пришел праздник в деревню Харампур Пуровского района. Культурная программа на любой взыскательный вкус – от взрослых до детей. Сейчас на территории региона ловят большую и маленькую рыбку. Более десятка рыбопромысловых предприятий и 32 общины. Завершится череда празднеств 21 августа на фактории «Быстринка» на той же Пуровской земле. В рамках праздника проводится, организуются органами местного самоуправления специальные мероприятия по медицинскому обслуживанию, информированию населения о тех изменениях, которые произошли в законодательстве, в частности, о тех изменениях, которые были внесены в правила рыболовства в Иртышском районе.